Добрый день, сейчас мы сделаем пакет-трейсер 10.6.10. Давайте начинать. Здесь у нас будет бэкап данных с и от, нет, и в TFTP-сервер. Вот он у нас находится. Давайте начинать. Первым делом открываем ПКА, терминал, и подключаемся к роутеру через терминал. Enable, и давайте сделаем show running config. Смотрим running config. И здесь мы видим, что у нас не настроены интерфейсы. G00, у нас нет ни IP-адреса и еще и выключен интерфейс. Таким образом, мы ни к чему подключиться не сможем. Нужно его включить и настроить. Давайте это сделаем. Configure Terminal. TFTP сервер, зайдем в Desktop IP конфигурация. И здесь дефолт gateway TFTP сервера должен быть вот этим вот IP-адресом вот этого порта. Давайте скопируем его. Также можно Options Preferences Always Show. Видим, что это G00, вот этот порт. И IP-адрес у нас Default Gateway мы только что взяли. Отключу. Так. Давайте дальше. Открываем ПК обратно. Терминал, окей. Так, мы в конфигурации. Заходим в интерфейс G00. Мы увидели, что это этот интерфейс. IP-адрес вставляем. 255.255.255.0 там вроде было. No shutdown. И интерфейс мы включаем. Хорошо. Теперь мы хотя бы сможем получить доступ к TFTP серверу. Так, хорошо. Давайте сразу сделаем интерфейс G01. Включим его. Не настраивая IP-адресацию, потому что его IP-адрес на ПК, в принципе, можно посмотреть. Ну ладно. Так, просто включили интерфейс. Что еще нам нужно? Пока что все. Открываем. Стоп, а зачем я его закрыл? Ладно, обратно заходим. Теперь мы будем делать backup end. Итак, первым делом мы настроили, чтобы мы хотя бы могли получить доступ к серверу. Дальше. Copy TFTP running config. То есть мы из TFTP сервера в текущую конфигурацию копируем данные. То есть заменяем running config. Copy TFTP running config. Нас спрашивают IP-адрес хоста TFTP сервера. Вставляем IP-адрес. И теперь нас спрашивают, какой файл мы хотим скопировать. На TFTP сервере есть файл rtconfig. Мы его и будем копировать. И еще раз подтверждаем. Хорошо, сейчас у нас будет доступ к TFTP серверу. И данные у нас скопировались. Если у вас не скопировалось, попробуйте посмотреть настройки или RTA, опять-таки вот эти вот, что я настраивал, интерфейсы. Возможно, вы неправильный IP-адрес настроили. Или на TFTP сервере что-то сбилось. Дальше. Это мы получили данные в running config. Что нам дальше нужно сделать? Нам нужно copy run start. Start. То есть running config, startup config заменить. Хорошо. Дальше. Нам нужно выгрузить данные обратно на TFTP сервер, но перед этим поменять хостнейм с RTA на RTA1. Так, configure terminal, хостнейм RTA1. End, чтобы выйти из конфигурации. Все, видим, хостнейм у нас поменялся. И теперь давайте зальем эту конфигурацию на TFTP сервер. Copy running config TFTP и обязательно двоеточие в конце. Теперь хостнейм TFTP сервера и подтверждаем. Все, мы залили данные туда. Теперь нам нужно залить еще из флеша образ системы. Copy flash TFTP, то есть из флеш памяти в TFTP. Теперь указываем, какой файл нам нужно скопировать. В данном случае вот этот. И теперь указываем IP-адрес хоста, куда его загрузить. Хорошо, ну и подтверждаем. Все, у нас идет загрузка на TFTP сервер. Все, у нас загрузилось. Мы все выполнили. Check results, assessment items можно посмотреть, если вы что-то не настроили. Но вы это, наверное, уже все знаете. Хорошо, на этом все. Пока.